Мы вышли в 4:30 от поселка Усево. Температура минус 13. Тропа хорошая, замерзшая. Снега чуть-чуть. Вообще просто идеальное время для посещения усинских столбов. Мы пришли на столбы. У нас еще куча времени. До рассвета еще далеко. Разожгли костер, сделали кофе. Это идеальное утро. Небо уже слегка розовое. Конечно, сегодня потрясающего рассвета не будет, потому что нет облаков, но все равно красиво. Солнце встало, и теперь очень красиво. Но снега мало, я думала, будет больше снега. Но самое красивое в эти выходные было вот это – течение реки. Снежно-ледяные кольца разных форм плыли по реке, сталкивались, раскатывались, образовывали кучки. По берегам причудливые замерзшие сосульки, кристаллы льда. Я стояла у реки и думала, ведь жизнь красивее любой фотографии. Потом пришли люди. Пришло очень много людей. Маршрут этот очень популярный. Поэтому раннее утро – это отличный вариант. Да и конец октября мне очень нравится для посещения усинских столбов. Летом здесь очень грязная тропа, она сильно размешана большим количеством туристов. Сейчас она вся замерзла и очень чистая.